Hi there, I'm Sam Meredith. С вами Сэм Мередит в выпуске целевого прогноза. Сегодня мы поговорим о курсе фунт-доллар. Со мной на линии для обсуждения этой пары Мортен Хелд, главный аналитик в Данске Банке. Итак, в августе был зафиксирован небольшой рост строительного сектора Британии ввиду стремительного роста строительства на коммерческой основе, которое сейчас растет в самом быстром темпе за 5 лет. Показатель находится на отметке 57,3. Темп выздоровления экономики Британии также увеличивается. Каким вы прогнозируете в свете всего этого курс фунт-доллар через месяц? За последние несколько недель курс фунт-доллар значительно упал, несмотря на все положительные показатели экономики Британии. Не последней причиной падения курса фунта стало снижение цен на нефть. На данном этапе спотовый уровень выглядит несколько преувеличенным. Индекс относительной силы указывает на высокую вероятность восходящей коррекции. Зависимость курса фунта от слабых показателей США значительно возросла. Через месяц мы прогнозируем курс фунт-доллар на отметке 1.54. Для американских фондов август выдался наихудшим месяцем за более чем 3 года. В начале сентября оценка фондов продолжает падать. Увеличение беспокойства касательно ослабления американской экономики было преувеличено и вызвано преимущественно замедлением экономики Китая. Что вы прогнозируете по курсу этой пары через 3 месяца? В течение 3 месяцев главной темой относительно фунта станет уровень инфляции. Этот фактор будет сильно влиять на движение фунта. Банк Англии обеспокоен низким уровнем инфляции. Учитывая наш прогноз падения уровня инфляции ниже нуля, стерлинг будет под большим давлением. Поэтому уровень 1.50 нельзя исключать из прогнозов. After a possible correction higher, I think that we are still in for a trend lower in the coming month, and a test of 150 could definitely not be ruled out. Lastly for today. И напоследок, каким вы видите курс фунт-доллар через 12 месяцев? Через 6 месяцев мы прогнозируем восходящую коррекцию курса. После повышения ставки ФРС, Банк Англии повысит ставку, вероятно, в феврале. Британия будет в выгодном положении ввиду восстановления экономики еврозоны. Поэтому через 12 месяцев мы прогнозируем курс фунт-доллар на отметке 1.57. Это также говорит о том, что ФРС может и не повысить ставки настолько, насколько сейчас это ожидается. Мортен, спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь только с Копи ТВ. Goodbye for now.